Да, ну прям вы идете именно по горизонтали. По горизонтали, да. Написано много, да, конкретно для своего района. Наверное, выделим проблему кадров именно. Тихо, коллег. И недостаточное качество кадров, то есть у нас в районе 238 на данный момент коллективных и визуальных средств запущения. То есть вы понимаете, какая должна быть кадровая загрузка. И ну, нам просто не хватает, да. Приходят разные люди, не совсем порой адекватные, да, и знающие свое дело, часто там день поработают, два поработают, по разным причинам уходят, или тяжело. День поработают, уходят. Да, уходят, или тяжело, неинтересно, не хочется всем просто, как говорится, хочется не работать, но при этом получать как бы хорошую заработную плату. Ну вот из этого. Можно я попробую регулировать, да? Помогу вам. То есть я так услышал, что ну это общее для всех районов, да? Для вашего в частности, то, что недостаточно специалистов в муниципалитете, готовых работать за эти деньги. Вообще, в принципе, нет, не муниципалитет. А, в гостинице, все. В гостинице, турбазы, постоянно, нет, естественно, дома. Недостаточно, да, специалистов, работающих вот в сервисе, в туристическом сервисе, на местах. Да. Можно так сказать, да? Недостаточно специалистов. Их не мотивировано, если я еще услышал, да? Но если простым языком, чтобы не было такого, у вас тут много, а не одна. Ну, может быть, это в том числе, да. Да, это про сервис больше. Хорошо. Как это вообще для края, да? А как появляется норма будущего? Норма будущего, наверное, все-таки это будет какая-то разработка, может быть, элементарных методических рекомендаций для каждого. Разработка методических рекомендаций. Норма будущего должна быть, что этот персонал уже есть, и вы опишите его. А это барьер, что нет методических рекомендаций. Да. Слышите, да? То есть сколько должно быть этого персонала? То есть вы говорите недостаточное количество и качество. Опишите, сколько вам достаточно будет в количестве и в качестве. Вы видите, написали недостаточно, нам тоже. Ну, например, в 50% случаев их не хватает. Как нам померить? Сложно, конечно. Ну вот даже 238 средств размещения, там, начиная с сессии. Можно в этих средствах размещения. Ну если в среднем взять общий тут поток по этим, ну 200, в среднем 10 тысяч. Вот именно в средствах размещения. Надо посчитать, сколько должно быть обслуживающего персонала. Ну, вернее, сколько на десяток, на 100 туристов один на. Как вариант. Давайте мы сейчас сосредоточимся, потом на обеде обсудим. Вот, смотрите, можно я вам предложу? То есть, первое, вы здесь каким-то образом формулируете, сколько достаточно. Ну, например, вот недостаточно, это в каких процентах случаев недостаточно? Ну, можно считать каждый объект. Во всех случаях недостаточно. Квалификации, либо вот, ну, мотивации, да? Во всех случаях, а здесь сколько, в каком году будет, ну, снизиться до какого предела, это недостаток. Я не могу сказать, потому что это разное. Я говорю, в сельском доме, допустим, 1-2 человека нужны, для большого, допустим, какой-то парк-отель, на него нужно, допустим, 10 человек. И вот, поэтому... ну, средний. Разный. Либо так можно сформулировать, запущен процесс, образовательный процесс по подготовке, вот, специалистов, сервисных специалистов, туротов, то само вот, сам механизм подготовки действий тоже может быть одним из решений. Вот тут как бы проблема есть, но она не совсем решается. Мы пишем только то, что решается. Что решается. Вот тогда как звучит норма будущего? Ну вот через разработку таких методических рекомендаций, чисто вот можно я скажу просто элементарных каких-то просто... Да. Что нужно поздороваться, сказать спасибо, до свидания, грубо говоря, да, там, бомба кахачим. И либо разработка на уровне края какого-то ресурсного центра, где каждый район мог, допустим, довести информацию, что в Алтайском районе, допустим, 200 баз, они нуждаются в 20 горничных, там, кому-то еще, и край мог довести информацию до соседних районов, которые нуждаются, допустим, да,
и на время летнего отпуска приехать, да, допустим, у нас поработать и... Давайте я скажу. Первое. Это барьеры сейчас я перечислю. Внимание, коллеги. Последний рывок. Первое. Что нет методических рекомендаций по обслуживанию и сервису. Второе. Что... Что вы сказали? Вот про ресурсные центры, если вы его сказали. Да, что нет общего ресурсного центра. Это как барьеры мы сейчас формулируем, да? Что-то подобное, как центр занятости, но именно для вот этого конкретного. И значит, нет методической рекомендации ресурсного центра и чего-то еще. Ну и воли, да? Ну, разработанного плана. Чтобы был достаточно. Ну, сейчас, когда не записываем, понятно. Коллеги, согласны? Так? Наших студентов. Что нам говорят? Мы, это выучились, как... а стаж, готовы принимать. Мы, вы тоже представитель же муниципалитета, а не бизнеса. Мы муниципалитеты говорим за бизнес о том, что у них нет кадров. А они нужны. Но, коллеги, смотрите. Вот кто к вам, вот к вам пришел предприниматель и сказал, найдите мне студента. Да, ну это в два счета его найти, вот они институты. Это как мера решения вы сейчас хотя бы предлагаете. Вот дополнение к этой триаде у вас есть? Услышали, мы триады все собираем. Есть у меня, есть еще. Да, мне сегодня кажется, такая специфика, что многие люди не хотят работать в службе сервиса. То есть они считают, ну как бы, так я буду обслуживать другого типа, я вот такой. Они не хотят, так скажем, работать, но при этом получать хорошую заработную плату. Да, это понятно. Я говорю, нет мотивации. Именно мотивации, да, нет мотивации, давайте запишем. Нет мотивации обслуживать и за эти деньги. Хорошо. Записали? Норму когда фиксируют? Нет, давайте с... норму будущего. Да? А, норму будущего. Ну, как норма будущего, достаток вот этот можно сформулировать? Вам нужно, смотрите, по-хорошему, это должно быть сформулировано так, чтобы был KPI. Ну, что мы могли померить, что это случилось. Понятно. 50% средств размещения у них укомплектованы вот этими правильными специалистами, квалифицированными. Пусть будет хотя бы 1/3. Хорошо, пишем 33%, 1/3 укомплектована специалистами соответствующей нужной квалификации. Да, можно так? Есть база данных. Есть база данных. Что? Много. Есть еще база данных для пополнения. Есть? Хорошо. Я бы добавил какие-то, ну, если брать краткосрочную перспективу, какие-то... Да. Коллеги, да. Да, смотрите, вот для моего будущего, как предложение, добавить сюда, взять какие-то топовые 10 мест вот, в районе там, или в том регионе, за который вы сейчас говорите, и сделать там, ну, что называется, эталонный какой-то показательный проект, чтобы остальные, приходя туда, просто вдохновлялись и решали, ну, делать так же. Ты говоришь о решении. Нет, я говорю, что к 2021 году 10 эталонных мест, чтобы было с персоналом. Хорошо. Ну и эта задача, она выглядит более реалистичной, согласны? Ну, 10 может быть, да. 10 эталонных мест и пишем к какому сроку. И, пожалуйста, 8-й том. Наверное, май 21 года, начало сезона. Начало сезона 21 года. Так, давайте мы, спасибо, мы сейчас зафиксируем.